Так вышло, что в последние дни темы более обсуждаемы, чем акт повышения градуса ненависти между «Динамо» и «СКА», а на деле избиения Артюхиным финского защитника Яны Яласвара не было. Раньше клуб из Петербурга из года в год мучился от наглости московского «Спартака» с Рыжигой, Рыбиным и Дроздецким. В итоге первый тренирует чешский клуб, второй не всегда попадает в состав уже питерской команды, а третий, Дроздецкий, в прошлом году не заиграл даже в «Автомобилисте», худшем клубе лиги, и уже год о нем ничего не слышно. Да и когда обыгрываешь «Спартак» со счетами вроде 10-2 и 8-1, интерес как-то пропадает. Но длинные руки Москвы дотянулись. Вместо того, чтобы заполнять свои арены, они отравляют жизнь самобытному питерскому клубу. «Динамо», в прошлом плей-офф натурально унизившая «СКА» со счетом 4-0, в серии до 4 побед не унимается. Фин Яласвара со спины ударил большого парня Евгения Артюхина. Разумеется, нужно думать, кого ты бьешь. Разумеется, Артюхин избил защитника «Динамо». Но тут показательно как, а главное, кого спровоцировал соотечественник Яласвары, игрок «Авангарда» Анси Салмела. В Казани, по ходу недавнего матча «Авангарда» и «Акбарса», капитан, джентльмен и просто умничка Алексей Морозов дал пощечину Салмелю. Дал пощечину, не снимая краги. Пощечину, полную презрения к провокатору. Понятно, что никакой драки не было. Обоим дали по 4 минуты. Звено Морозова не забило, а сам капитан не реализовал буллит. И к Морозову никаких вопросов нет. Понятно, что не нужно поддаваться на провокации, а играть в хоккей, раз тренер не давал установку драться. Чему это грязь? А вот у Яласвары есть что спросить. Сколько голов забил Артюхин? Давал ли тренер установку на провокации и грязь? И будет ли финский защитник смотреть следующий матч против СКА, где Артюхин уже сможет сыграть, а сам Фин нет? Одни вопросы. Не поворачивайтесь спиной к знарку. Всего хорошего!